Музыка, кветки и подарунки. Сегодня в Гомеле прошел расшистый прием женщин. На святошном мероприемстве побывали наши корреспонденты. Музыка и фотозоны на разный густ. У запрошенных на прием женщин добрый настрой повинен створаться с первых хвилин. У Гомель снова пришла весна, а с ее и пригожее свято 8 соковика. Согретые променями солнца и жаночими усмешками. У зале 40 человек. Ветераны працы, супрацовницы правоохранных органов, медики и наставницы. В свою профессию я влюбилась с первого взгляда. Все началось с моего знакомства с английским языком. И в итоге я втянулась и действительно всей душой полюбила свою профессию. Нравится работать с детьми. Отдавать и вкладывать, и получать. Им присвячают верши и музычные творы, об их пишут книги и выказываются философы. На кшталт «За каждым великим мужчинам стоит клопотливая жанчына» ти «Мужчина может побудовать дом, але зрабить его утульным может только жанчына». Подчас урочистого приема от имя керауництва города для их танцуют и спевают. Им уручают подарочные сертификаты и кветки. У гэты день мужчины кажут об роли жанчыны и широ признаются, без их не может иснавать ни одна держава. Яны, как весна, символ обновления и надеи. Просто вот вызывает и восхищение, каких профессиональных вершин они добиваются, каких успехов добиваются в спорте, в искусстве, какая активная жизненная позиция и в общественной деятельности. Поэтому, конечно, вот, ну, хотелось бы всем сказать огромное спасибо за это, потому что, ну, без всякого привлечения не было бы их, и без их вклада весомого никаких бы успехов ни у области, ни у города, ни у нашей страны бы наверняка не было. Ну и хочется, конечно, пожелать всем простого, личного счастья человеческого, чтобы их окружали родные и близкие в этот день, дарили им цветы, свои улыбки, и, конечно, чтобы было здоровье и мирное небо над головой. С праздником вас! Олег Сенцеров, Александр Лупиненко, Валерий Хапанько, Телерадио, компания «Гомель».